Визит делегации Сейма Литвы в Азербайджан свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между странами. Об этом в Баку заявил председатель Сейма Литвы Викторас Пранскетис. По его словам, на сегодняшний день парламентарии двух стран намерены укреплять существующие связи. Мы, наверное, возобновим наши отношения и поднимем на больший уровень, чем было до сегодняшнего дня. И, конечно, в чем надо развивать наши отношения? Это, во-первых, мы сейчас представляем Европейский Союз, и как страна восточного партнерства нам очень важен Азербайджан. И, конечно, как стратегическая страна, и как сильно экономическая страна, мы должны развивать экономику. Викторас Пранскетис также прокомментировал позицию Литвы по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Нагорный Карабах – это очень старая уже проблема, и это болезненная проблема для всех. И хорошо, что сейчас это мирным путем разрешается этот вопрос, но он тоже замороженный. И я думаю, что Минская группа, на нее мы должны смотреть, что она делает, но впредь, конечно, должны сесть за стол переговоров все заинтересованные стороны. Как отметил председатель Сейма Литвы, Вильнюс и Баку планируют сделать акцент и на развитии торгово-экономических отношений. В этом направлении наблюдаются большие перспективы. Фидан Агуев, Арах Сабиргазы, Фируз Рагимов, CBC.